украинский телеканал ICTV в своей передаче «Факты недели» от 29 июня утверждает, что украинская армия придерживается перемирия, а огонь по Славянску ведет само же народное ополчение. Вот только факты говорят обратное. На видео от 29 июня с позиции украинских силовиков на горе Карачун хорошо видно, что именно они ведут огонь из минометов по Славянску. Телевизионная служба новостей украинского телеканала 1+1 в своем очередном сюжете о российском Крыме выдала женщину за бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева. А вот как бывший министр курортов и туризма Крыма выглядит на самом деле. Украинские новостные порталы InfoResist.org, 112.ua, Lib.ua и другие 28 июня сообщили, что в результате зачистки народным ополчением блокпоста Нацгвардии под Славянском всего трое бойцов Нацгвардии убиты, шестеро ранены. А вот каковы были потери прокиевских сил на самом деле. А то они говорят, что у них один убитый на вчерашний день. Они говорят, что у них потерники нету. Двое. Один убитый, двое раненых. Вот смотрите, вот трупов. Вот красавчик, вот, смотрите. Это будет. Занесите командира части. Вы каску просто стреляете. Кровью убитой. А приблизительно, вот по нашим, в смысле, по оценкам ополчения, сколько убитых? Сложно сказать, но взвод уничтожен точно. А это кто? Петров Петрович, Миляев Дмитрий Юрьевич, Бодок Виталий Петрович, Порубец Сергей Сергеевич, Гловацкий Роман Васильевич. Список особливого склада 2-го разделения 2-го взвода 1-й аэромобильно-десантной роты. Они побросали. На 41 человека, снимите, пожалуйста. На 41 человека.